Родник вот был, родник. Зимой и летом, как говорится, был полный. Все выкопали с лица земли его. Бой там кирпича, бой бетона. Высыпали во овраг. Овраг этот, ну, я считаю, что наше достояние местных жителей. Это водоохранная зона у реки Северки, 200 метров. Они прям впритык. Вот он, наш ручеек Матчинский. Да, и несколько прудов там перепружено, да? Вот здесь начинается какая-то активность. Похоже, пытаются строить новую дамбу. Что такое бизнес по-русски? Это взять участок в открытом поле и продать его под видом коттеджного поселка, хотя здесь нету по факту ни коммуникаций, ни подъездов, ничего, что могло бы обеспечить жизнь граждан. При этом заложниками недобросовестных предпринимателей оказались не только обычные люди, но и экология. Документы покажите, на какие у вас есть, кто давал разрешение, где ордер. Ребят, то есть по факту вы хотите здесь сделать проезд на это поле, чтобы продать, да? Есть факт. Разрешение на земельные работы. Каким образом вы его получили? Каким образом? Ну, в прошлый раз, когда вы проводили земельные работы, у вас же не было разрешения. Какая вам разница? Сидите домой, чай пейте. Какая разница? Это мой овраг. Ёлки-палки, я это овраг с отцом обкашивал. А застройщиком в Матчино является никто иной, как компания «Земельный экспресс», чей учредитель Алексей Комаров в прошлом уже являлся собственником и председателем правления сразу нескольких загородных поселков. Так что же это получается? Неужели господин Комаров строит свой бизнес, открывая одну за другой компании, задачей которых становится извлечение многомиллионной прибыли, вопреки интересам экологии и местных жителей? Между тем, согласно открытым данным, прибыль компании «Земельный экспресс» составила более 33 миллионов рублей. Однако цена, которую заплатила природа и местные жители, намного выше. Причем, знаете, вот, то есть, как бы говорю, как так? Вот водоохранная зона, вы прям вот забор в воду рекламируете. Они говорят, ну, это просто вы не знаете, скоро будет изменение законодательства, разрешат все это, мы просто наперед планируем. Недобросовестный застройщик решил проложить дорогу прямо через ручей, который течет здесь десятилетиями и питает несколько рек. Сюда вывезены груды какого-то строительного мусора, непонятных грунтов, и просто тракторами закапывается и укатывается этот ручей в землю. Конкретный строительный мусор, то есть кирпичи ломанные, здесь бетонные плиты, арматурины торчат. Ну, вот видите, что это такое. Но официально пришел ответ, что ничего не ведется во враге. И они туда засыпали в ноябре этот строительный мусор, бой прямо поверх родников, сугубо, чтобы продажи начать, чтобы сымитировать, сказать, здесь будет дорога. Ничего строить они не собираются. Местная администрация гордо рапортует, что у этих предпринимателей все в порядке с документами, что якобы у них есть и какое-то соглашение с областным министерством, что у них есть согласованные документы на пользование вот этим вот ручьем, а что на самом деле, как они хотят его использовать, что они там хотят сделать? По данным, которые есть у нас на данный момент, у них есть якобы разрешение на использование данного участка и прокладки коммуникации для того, чтобы ручей уложить, так скажем, в трубу. А вот и те самые трубы, которые хотят проложить по руслу ручья и закопать его в землю. Все это делается для чего? Обеспечить сквозной проезд к вот этому пустырю, где должен появиться поселок. Вот только жители Матчино парка спросить забыли. Никто не посоветовался, согласны ли они на сквозной проезд через свой поселок. А говорят, что здесь будет 400 участков. А если две семьи на машину, то есть 1000 машин, включая строительную технику, самосвалы, которые сейчас пойдут сюда со стройматериалами, все это будет проходить через территорию и по этому ручью. Все люди, с которыми мы общаемся, которые приезжают, они нам честно говорят, наша задача продать и свалить. Прямым текстом. Никто не знает, что здесь будет происходить и на каком основании эти предприниматели устраивают вот этот вот экологический геноцид. Жители, безусловно, против. Борются уже несколько месяцев. И мы будем разбираться в этой ситуации и помогать им бороться с нечистыми на руку предпринимателями. Те, кто это все творят, они вообще думают о чем-то?